Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем наши дрифт по катушке. И в этот раз у нас замечательный Nissan Silvia, да? Ну и, собственно, посмотрим, что она из себя представляет в дрифте, да? И, блин, тачка реально и в реале сама популярна, да? В дрифте, ну и посмотрим, что, собственно, из нее сделали в Need for Speed Heat. Я очень надеюсь на хотя бы средний результат, ребят, потому что все-таки тачка, по-моему, того достойна. Переместимся, ребят, как всегда, на нашу ночную трассу, да, на наш ночной заезд. И, собственно, начнем. Я надеюсь на, я опять же повторяюсь, хотя бы на средний результат. Опять же, вот этот избыток мощности. Но вроде бы как она пытается. Она в занос заходит и вроде бы как из него выходит нормально. Нету прям... По-моему, неплохо уже. Но опять же, сейчас проверим, как это все дело у нас будет идти дальше. Цель 95 тысяч. Надо было остановиться, а теперь лучше беги. Веду погоню за Nissan Silvia. Кому-то сейчас не поздоровится. Ну, вы знаете, по-моему, вот как раз на средний результат она и тянет. Неплохо. Неплохо. Очень даже неплохо. Да. Вы знаете, вот реально, вот играбельно. Если в угол вошла, то она его держит. Ну и, в принципе, реально из того заноса выйти. Господи. Копы мешают, но все же. Господи ты, боже мой. Блин, вот эта вот постоянная отсечка реально аж подбешивает. Ну, в принципе, реально, ребят, это реально на ней дрифтить. Единственное, что я не знаю, как данная тачка ведет себя в обычных гонках тут, как ведет себя на кольцевых. Не знаю, потому что я не пробовал. Я не пробовал, но думаю, что неплохо. Все-таки есть вот эти вот небольшие заносы, которых видеть бы вообще не хотелось. Они присутствуют. Вот кусты все-таки вылетают часто. Ну уже, нельзя
Да господи. Блин, угол, угол берет хороший. Реально к ней привыкнуть возможно. И когда привыкнете, конечно же, результат будет еще лучше, чем у меня. Толп, ну это понятно. Болезнь Марков, да. Вторых. Да господи, ну. Нам бы еще по-быстрому слинять от копов, потому что тут как-то они прям засели у нас на хвосте и как-то долго. Господи, трафик. Ай-яй-яй-яй, на нитро просто. Просто в бок ее увело и все. Блин, а я хотел как раз вот тут от копов и слинять. Но вроде бы как уходим. Цель найдена, классно. Повезло нам. Ну, в поворот я так и не вошел вот этот нормально, да? Но все же. Все же, ребят, реально, реально неплохая тачка. Если привыкнуть, то очень-очень даже хорошо. И вот если брать по уровню, где-то выше среднего. То есть, ну вот, плюс-минус, как 370-й Nissan. То есть, ну вот, они себя примерно похоже ведут, но тот более как-то пытается выйти из заноса, чем, например, Сильвия. Поэтому, ребят, ну, я же говорю, ну вот, на четверочку по пятибалльной системе. Ладно, ребят, в принципе, если понравились данные покатушки, если понравился Nissan, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!